Браки, как известно, совершаются на небесах. Однако строить семейную жизнь, к сожалению, приходится на земле. Поэтому неудивительно, что в семейной жизни бывает всякое. И у женщины, к примеру, возникает необходимость выйти замуж еще раз. Или не раз. Однако женщины у нас, как правило, сердобольные, и, меняя старого мужа на нового, многие из них, тем не менее, хотят, чтобы и старый попал в надежные руки. Именно в помощь таким женщинам, а точнее мужчинам, в одном из наших комиссионных открыт специальный отдел. Скажите, если я вас правильно понял, ваш отдел берет на комиссию и предлагает покупателям, точнее покупательницам, именно мужей? Да. Ну, правда, не всех, а, так сказать, бывших в употреблении. И что, действительно, многие сдают мужей на комиссию? Более того, как во всяком отделе, у нас уже и своя клиентура сложилась. Есть даже постоянные сдатчицы. Уже по 3-4 мужа поздавали. И все-таки цены, я вижу, у вас довольно высокие. Скажите, а вот этот почему так дешево? Ну, он, как бы вам сказать, некондиционный. Храпит сильно. Простите, а это что? Ну, что? Женщина привезла себе из-за границы, ей разонравилось. А другая, может быть, всю жизнь о таком мечтает. Понятно. Скажите, а вот у вас все-таки больше сдают или покупают? Вообще-то больше сдают, но на восьмое, думаю, все разойдутся. Я возьму вот этого. Да, пожалуйста. Можете платить в кассу. Простите, у вас еще одно такое уже нет? Вам нужно два? Нет, не для подруги. А, к сожалению, больше нет. Этот последний. Платите. Угу. Галя, усатого больше не выбивать. Mm.